Подготовку к отопительному сезону, внедрение системы раздельного сбора мусора, а также ряд других вопросов обсудили в администрации города на очередном заседании Совета территориальных органов самоуправления, в которое входят жители всех районов Твери. Такие встречи проходят в администрации каждые 3 месяца. В эти дни пуск отопления – одна из главных тем повестки дня заседания. Температура воздуха в этом сентябре ниже нормы, поэтому тепло нужно подключить в кратчайшие сроки. Почти во всех детских садах и школах Твери батареи уже теплые. Начальник департамента ЖКХ Дмитрий Арестов выступил с подробной презентацией. Всего в соответствии с графиком ремонта выводится в ремонт 41 источник тепловой энергии, в том числе 3 ТЭЦ и 38 локальных котельных. Здесь видите, сколько из них выполнено в настоящий момент по факту на 16 число. В основном 100% генерация дозавершает работу. Учитывая запросы участников совета ТОС, еще одной темой обсуждения стала работа регионального оператора ЦАХ и, в частности, раздельный сбор мусора. Сейчас в Твери установлено 680 синих контейнеров. Тверь попала в 46 регионов. Это проект Минприроды и ППК РЭО. Выделено, придет порядка, наверное, 1,5-2 тысяч еще синих контейнеров на область. Там уже будем заниматься их распределением, в том числе на город Тверь. На сегодняшний день для того, чтобы бесперебойно оказывать услугу по раздельному сбору мусора, нам необходимо еще приобретение 6 синих специальных мусоровозов, для того, чтобы эта услуга оказывалась. На этой встрече обсуждались и другие темы, которые интересуют участников совета ТОС. Повестка каждого заседания формируется с учетом запроса от жителей города, которые озвучивают члены совета. Общественность, соответственно, со своей стороны, как всегда, подсказывает те какие-то моментики, которые, может быть, власть не всегда видит. То есть очень полезное общение. Оно такое как раз выстроено, хорошая обратная связь, что позволяет в конечном счете формировать в городе хорошую такую комфортную обстановку. Следующее заседание Совета ТОС запланировано в декабре. На нем, по традиции, будут подведены итоги работы в текущем году.